Бесплатная юридическая консультация определенным категориям граждан. В Магаданской областной думе провели заседание комитета по государственному строительству и местному самоуправлению в режиме ВКС. Депутаты приняли новый законопроект, согласно которому перечень категорий граждан, которые могут бесплатно обратиться за юрпомощью, расширится. Если говорить о расширении категорий граждан, для которых сегодня могут предоставляться спектр бесплатных юридических услуг, он тоже расширен. Мы говорим о такой категории граждан, как граждане, имеющие статус детей Великой Отечественной войны, это одинокие родители, это лица, освободившиеся из мест заключения, также беременные женщины, женщины, имеющие детей до 3 лет. Поэтому я надеюсь, что вот такой спектр категорий, безусловно, скажется положительно, и у всех будет возможность получить такую правовую консультацию. Еще одним важным вопросом на заседании стала предстоящая перепись населения. Комитет поддержал изменение сроков ее проведения. Она должна была состояться с 1 по 31 октября 2020 года. Однако из-за пандемии ее предложили перенести на 2021 год с 1 по 30 апреля, а подвести итоги планируют в октябре следующего года.